кафедры лучевой диагностики. Консультативное заключение по МРТ головного мозга пациентки 20 лет. Дата исследования 26 июня 2018 года. При МРТ головного мозга в аксиальной, сагитальной и корональной проекциях получено изображение структур мозга по Т1 и Т2V, а также динамическое контрастирование. Очаговой патологии головного мозга не найдено. Определяются единичные расширенные перивоскулярные пространства по ходу пенетрирующих сосудов. Желудочковая система сформирована правильно, гидроцефалии нет. Субарахноидальные ликворные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз 7 мм, высота на 10 мм, передний-задний на 12 мм ширина. В задней доле между половинками кистозное образование 3,5 на 4,5 на 6 мм, не накапливающий контраст. Хиазма не компримирована. Кавернозные синусы не смещены и их прорастания нет. Ножка не отклонена, дно не скошено. Ниже и спереди от кисты участок меньше накапливающий контраст около 2,5 мм. Наиболее отчетливо виден с 20 по 45 секунды. Патологии костно-мозжечковых углов не выявлено. Стволовые структуры не изменены. Патологии орбит не определяются. Ствол мозга, хиазмально-силярная область без МР-признаков патологических изменений. Миндалина мозжечка расположена на уровне большого затылочного отверстия. Проекция мозжечкового угла, корешки 8 пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметрично, не утолщены. Таким образом, имеется киста кармана Радке, типичное расположение и тип контрастирования. К ней прилежит второе образование с признаками микроаденома. Заведующий кафедрой доктор медицинских наук профессор Холин А.В.